Депутат Косинов Сергей Александрович. Уважаемые коллеги, что мы хотим? Вот что мы добиваемся, скажите. Мы хотим Белоруссии через 2-3 года в городе Ростове-на-Дону. Не Ерохина лично дает команду рекламным агентствам, вот то, о чем говорит Бессонов. Не Ерохина лично дает команду рекламным агентствам ни одного оппозиционного кандидата в депутаты не размещать. Вы заметили, наверное, да, что весь Северный, в ком он там был? Куда не повернешь голову, что налево, что направо. Кто там был изображен? Ни одного кандидата оппозиционного не разрешают размещать. Это что такое? Как в железнодорожном районе 240 человек на надомном голосовании могут за 2,5 часа проголосовать, вы скажите? Сама член избирательной комиссии рассказывает, что мы выехали за угол, вот здесь встали и все переписали. Вот мы сейчас готовим документы с ее записью. Там, у меня вот такая пачка документов для прокуратуры готова. Мы что хотим? Вы мне скажите, чего мы добиваемся? Про Черткова рассказывал, 80% явка, 15% в Ленинском районе, да, и 80% Черткова. Все пакеты, все сейф-пакеты были вскрыты ночью. У меня вон записи на телефон, я могу желающим показать. Как мои люди останавливают БМВ с ребятами определенной наружности, да, вот такими хорошими, на капот кидаются, чтобы остановить домашнее голосование. Любыми путями исполняют команды, которые у них сверху. Любыми путями. Это что такое? Отмените их вообще, выборы тогда. Отмените их вообще, не тратьте деньги, не тратьте нервы. 3 дня голосования. Это что? Вы, как мы собираемся наблюдать? Ну вот мы наблюдали, да? Это ж сколько надо иметь людей, какой надо иметь ресурс финансовый для того, чтобы все это делать. Потому что все стремятся нарушить, все стремятся сфальсифицировать. Стоит команда. Убрать эти 3 дня надо. Ни у кого. Вот это как ее там фамилия, Панфилова или как, которая всем рассказывает, что все за это 3-дневное голосование. Ни в коем случае. Вернуть все обратно на место. Сегодня явка 20% в городе Ростове. Будет 5%. Будут 2 человека приходить на участок. И они будут легитимные выборы. Кого мы выбираем? Кто выбирает, скажите? Уберите учителей с этих участков, с участковых комиссий. Вы что ж над ними издеваетесь? Они плачут, но пихают, потому что с работы уберут. Плачут, но идут и нарушают. Уберите участки из школ вообще. Уберите их в торговые центры. Сделайте представительство участковых избирательных комиссий только от парламентских партий пропорционально, плюс общественная палата. Все, больше там никого не должно быть. Ни учителей, ни докторов, никого. Вы что делаете? Как можно признавать эти выборы в Ростове? 3 дня и 3 ночи издевательства над людьми. Мы не будем признавать их. Ни в коем случае не будем признавать. И вот все документы, которые есть у «Справедливой России», они сегодня к вечеру юристы заканчивают их комплектовать, все уйдут в прокуратуру, в Центральную избирательную комиссию и в Генеральную прокуратуру. Нельзя так. Ну что ж вы делаете, а? Или думаете, что все прошло, выдохнули и забыли? Не забуду. И мы не забудем.